синий? Я не знаю, как он положил. Сугин, паранзек? Видишь, у него вот здесь вот это состояние, но меньше, чем у красного. Все делать ровнее, чтобы они примерно вот эти вот закругления, вот эти вот были одинаковые. Чем я вижу, у него кандык идти. Да. Пальманзек, паранзек, зуранзек. И кандык, и каток, как это? Но она почти... Видишь, они почти одинаковые. Вот это вот с этим. Видишь, вот тут надо, например, прибавить больше. Да. В мюзикле есть сцена, где корейцы танцуют свой национальный танец под национальную корейскую музыку. Мы решили доверить самим корейцам нарисовать эти веера, с которыми они танцуют. Потому что, конечно, для нас это такая очень большая экзотика. И ребята сейчас очень талантливые и очень быстро рисуют эти веера. Сейчас мы их будем раскрашивать. Вот. И вообще ребята говорили, что они никогда не рисовали, но я не верю в это, потому что они буквально за 5-10 минут уже почти все готово. Сейчас будем раскрашивать. Все очень просто. Мальчики, главное, кисточку не смешивать. Главное, кисточку не смешивать ни с каким из цветов. То есть, если ты взял синюю краску, доделай синюю, потом помой кисточку, и потом уже возьмешь красную. Это очень важно. Мы можем начать. 한 색깔만 정해가지고 한 색깔로 색칠을 먼저 하고 그 다음에 다른 색은 씻은 다음에 그 다음 다른 색깔로. 네. Так как это фанера дерево, то краска будет плохо ложиться. Но надо стараться ее класть без воды, иначе придется делать второй слой. Легче прям густо-густо класть. Да, сейчас это재질이 나무라서 물을 많이 쓰면은 색칠이 잘 안 될 거예요. 그래서 물을 적게 사용하면서 이제 색칠을 하면 좋겠어요. Мы берем, делаем краску. Да, 그거 같은데요. 물을 최대한 안 써요. 색이 선명하게 나와요. Ну, наверное, придется по второму слою делать, потому что все-таки она просвечивает немножко. Ну, кисточки у вас все удобные. Можно объяснять, что на самом деле... Ну, просто надо их прокрашивать до линий вот этих вот. Вот это надо сделать аккуратненько. Кисточку. Во-во-во, отлично. И пальцем на тебе. Панжи чарабу ты. Хорошо. И пусть побольше краски берут на кисточку, потому что остаются тогда такие неаккуратности. А так будет быстрее, если будет много краски. Если он боится сделать вот эти контуры, то пусть он сначала закрасит все, а контуры вместе, я дам потом маленькую кисточку, и он аккуратно пойдет. Точно. Да, приведи, пожалуйста, что она может не стараться большой кистью. Да, я бы только так не убасила. Что это? О, давай, ну там никак лежит. Можно на секундочку? Кстати, ты прям бери очень много краски. Вот видишь, я беру кисточки много краски. Вот тут надо. А, 진짜요? 뭐야? 오빠 동생이라고요? 우와! 둘이요? 동생이요? 둘이요? 어메이징한 사실이네. 어메이징한 사실이네. 커플이죠? 커플이네. 됐지? 됐어. 오, 부채 사랑하네. 땡큐. 좀 신나봐요.